Андрей, внешне показалось, что победа далась команде достаточно легко. Так ли это на самом деле? Ну, я бы так не сказал, что прям очень легко. Да, мы, думаю, большее количество времени владели преимуществом, но соперник тоже не из легких. Думаю, где-то во втором тайме, в начале, когда они забили, почувствовали какую-то уверенность. Хорошо, что мы третий забили, это подуспокоило игру. А в эпизоде, когда ты забивал свой первый гол, сразу знал, что будешь бить поворотом, или это уже пришло по ходу эпизода? Да, ждал передачу от Олега, был свободен, думаю, да, нацелен был на удар. А когда зарабатывал пенальти, показалось, что соперник еще раньше начал нарушать правила, и ты мог падать раньше. Да, но мяч был под контролем, и когда уже почувствовал, что без вариантов, решил, что пора падать. Ну что ж, еще раз победа и удачи.